сегодня тем более, что от нас пока. Да все равно страшно. Это у нас кромом капа, зайчика, во всех комнатах. Он уже давно у нас. Ладно, Михайловна, присядьте тут, расскажут мне, что. А так она послужила. И вот днем бегает. Там Ой, боже. Ходи, там тоже, они двери, ты не снимай, как это плану. Правильно, раскираем. Не, давай. Просто страшно. Очень страшно. Да. Ну все сыпется, потолок сыпется и так далее. Очень страшно. А сколько вашим деткам лет? 4. Вот он младший сидит. 7 и 7 мальчиков. А что больше тебе нравится? Рисовать, играть? Рисовать. А что ты будешь рисовать? Барби. Барби? Девочка какая. А кем хочешь стать, когда вырастешь? В больнице работать. Хочешь быть врачом? Помогать хочешь людям? А когда были обстрелы, было это страшно? Что вы подумали, вот, ну, что вы испытали? Как это происходило? Кричали. То есть это было абсолютно неожиданно, да? Ничего не предвещало плохого и начало сильно побакать. И куда вы побежали сразу? Сюда. Да? Где-то недалеко здесь живете? Это ты в школу уже ходила, да? Ты еще не пошла в школу? Должна была в этом. Не успела. А хочется в школу? И я тоже хочу в школу. Да? Да. Как свой зовут? Скажи. Вика. Там домики, колеса. Я Давид. И родители свои. Мама и папа. Любишь маму и папу, братья? Да, люблю. Папа Олег зовут. А маму как зовут? Мама Алла. Мама Алла. А папа Олег уже забрали в полицию. Он где-то за ругание. Ну ты же не будешь больше ругаться, тоже ругаться, правильно? Да. Ты хорошим мальчиком. Да. Вот умничка. Ты послушный? Да. Слушайтесь маму и папу. Хорошо себя ведете? Помогаете, да, маме? Умнички. Ладно, пойдем других проведаем. Как тебя зовут? Скажешь? Акитя. Акитя? Никита. Никита. А сколько тебе годиков? Ты покажешь сейчас? Скажи, 4. 4. 4? Ты уже большой? Да. А во что любишь играть? А? Во что любишь играть? А папе дома танчики ищу. Компьютере. Танчики любишь играть? А что тебе нравится? Стрелять тебе нравится? Нет, боюсь очень. Боюсь очень. Боишься? Ты боишься, когда стреляют, или тебе нравится в компьютерной игре, когда стреляют? Да. Да. Никита, ты боишься, когда на улице стреляют, или когда в компьютере стреляют? Не, ну, когда их ходят, стреляют. Когда на улице стреляют, ты боишься? Не кушай, рассказывай, не кушай. Не кушай, рассказывай. Никит, когда на улице стреляют, ты боишься? Да, когда на их тончики стреляют, наши стреляют. Все. Да. Лиля. Я. Я скажу, сколько попали. И папа, и мама. Ложится спать. Снился. Фонарик. Это фонарик. О, Паша, фонарик. Свет. Нет света. Есть свет. Нет света. Сейчас мне звонит моя знакомая. Они то ли на доску шарфик идет. В общем, да.
А было страшно, когда стреляют? Ага. А как было? Что ты почувствовала? Что было? Вот как первый раз, когда было? Когда они стреляли, то море утекало. А вы давно живете здесь в убежище? Да. Ну, это моя подруга. Это моя мама. Это волчки. А покажи, Лисочек. Где ты тут? Вот это ты, да? Нет. Это мама моя. Это твоя мама. Антоша, не трогай дядю. Я же ему сказала, не могу, не идти, не это самое. Мы все каждый день. Пожалуйста, мама, да. Да, 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 да. Никита. Никиточка. Давай выключим. Давай выключим. Не, на самом деле, Кити. Ты хочешь его выключить? Вот умничка, выключил. Ладно, девочки, мальчики, мы пошли. Давай, пока. Когда вы пошли? Мы пошли обратно наверх, туда, на улицу. Нам нужно ехать дальше к другим деткам. Мы к вам еще приедем обязательно. Все, пока. Пока. Пока.